В Новый год принято не только дарить подарки, но и желать самого хорошего. Славянцев с наступающими новогодними праздниками поздравили представители социальной сферы. Хочется, конечно, каждому жителю нашего района пожелать прежде всего мира. Чтобы в семье был лад, чтобы были только приятные и радостные воспоминания об уходящем годе. И каждый для себя видел в новом входящем году цели, задачи, которые будут реализовываться. Я уверен, у каждого будет счастливый день, радостная минута. Желаю всем семьям здоровья, чтобы и уходящий год, и грядущий год приносили каждому из нас только массу приятных моментов, наслаждений и радости в их семьях, чтобы было много самых запоминающихся и веселых дней. Ну и, безусловно, во время праздника загадать свое самое главное желание, и чтобы это желание постепенно исполнялось. С Новым годом, с праздником, с Рождеством, только улыбок, только всем здоровья, только всем исполнения их детских мечтаний. Поэтому загадывайте мечты, и они сбудутся, сбудутся обязательно. С праздником! Дорогие коллеги, педагоги, дорогие родители, дорогие учащиеся, разрешите вас поздравить с наступающим Новым годом. Пусть Новый год принесет вам радость, счастье, удачу, успех. Пусть будут здоровы ваши родные и близкие. Пусть будет мир в ваших семьях. Вам, уважаемые коллеги, я желаю успеха в работе. Вам, дорогие родители, терпения и терпения к вашим детям и любви. И вам, ребята, я желаю пятерок всегда.